На побережье Черного моря Болгарии предпочитают провести свой отдых все больше и больше туристов со всей Европы. Для этого существуют прекрасные условия, благоприятный климат, наличие множества солнечных дней в летний сезон, разнообразие курортов, которые ничем не уступают известным в Европе, а также многие другие предпосылки для незабываемого отдыха на болгарском побережье. Важно отметить, что в отличие от большинства пляжей Европы, большинство болгарских пляжей ориентированы на восток. Само побережье очень разнообразно и красиво, а широкие пляжи покрыты чистым и мелким песком и отличаются постепенным увеличением глубины прибрежных вод. Здесь не бывает резких колебаний в температуре воздуха и воды, невысока влажность, бриз легкий и приятный. Насыщенность морской воды солью намного ниже, чем в Средиземном море. Дворцы и церкви, руины древних крепостей, прошлое и настоящее переплелись на этой земле, чтобы напомнить, что с незапамятных времен здесь кипела бурная жизнь. В доходящих в высоту до 70 метров скалах мыса Калиакра есть множество подводных каменных гряд и подводных пещер. Первое поселение было здесь основано во второй половине IV века до новой эры. Остатки трех линий обороны этого древнего городища можно увидеть и поныне. Заповедник Калиакра был создан с целью охраны специфической растительности, тюленя-монаха, подверженного исчезновению, и большого разнообразия пернатых. В эпиграфических материалах от XIII века можно прочесть, что Калиакра означает «добрый, хороший, гостеприимный для мореплавателей мыс». Город Балчик находится в 40 километрах к северо-востоку от Варны и известен своими чудесными известковыми скалами. Дворец является одной из эмблем города и был построен для румынской королевы Марии. Сама она назвала этот оазис красоты «тихим гнездом». Достопримечательностями здесь является так называемый дворец с высокой башней в виде минарета, построенный таким румынской королевой Марией, по преданию влюбившейся в одного местного турецкого рыбака, а также парк со многими террасами, дорожками, аллеями, беседами из камня с прелестным видом на море. Все любимые места королевы. В ботаническом саду растет более 3000 видов редких экзотических растений, а сам он долгие годы является частью учебной базы Софийского университета. Один из красивейших курортов на побережье Болгарии – это Албена. Расположен он в 32 километрах севернее Варны. Архитектурный облик Албены – просторный пляж с мелким золотистым песком, свежий морской воздух и мелкое прибережное дно как бы являются фирменной маркой этого чудного места. Здесь подумано обо всем. Полноценный отдых и эмоциональные переживания. Водные виды спорта, конная езда, теннис, площадка для гольфа – лишь часть приятного препровождения, когда вы не на пляже. Курорт удовлетворяет капризам
капризы любого возраста. Албена предлагает каждому свое. Это аттракционы с разными автомобилями, велосипеды, яхты, парусники с высоко квалифицированными инструкторами. Большая часть отелей имеет как бы ступенчатый вид. Расположены они недалеко от моря среди пышной растительности. Курорт Албена предоставляет все нужные удобства, которые позволяют провести полноценный отдых и набраться незабываемых воспоминаний. А ежегодное международное ралли Албена привлекает сюда пилотов и публику в мае. В августе же гости комплекса с удовольствием посещают разные мероприятия на фестивале народных песен и танцев под названием этого края Добруджа. Фестиваль телевизионных программ «Золотая антенна», чемпионат по бриджу в июне и по пляжному волейболу в июле – другие любопытные события в летнем календаре этого одного из самых фешенебельных болгарских курортов. Находящийся вокруг живописного и экологически чистого залива, курорт «Золотые пески» отстоит всего в 18 километрах к северу от Варны. Здесь предлагают полную гамму летних развлечений. Пляжный волейбол, водные мотоциклы, катание на моторных лодках, полет на парашюте, экстремальные переживания на надуваемых водных аттракционах. Протяженность пляжной полосы курорта составляет 3,5 километра и местами доходит в ширину до 100 метров. Они считаются одним из лучших пляжей в Европе. Справиться с летним зноем, кроме холодного напитка, вам поможет и профессиональный расслабляющий массаж на самом пляже. Туристический комплекс «Золотые пески» занимает площадь в 177,13 гектара. Близость к морю, мягкий климат и морской бриз сильно повлияли на флору и фауну в парке, в связи с чем он отличается от других национальных парков страны. Заведение для питания, спортивная база и сооружения для развлечений есть не только близ пляжной полосы, но и среди красивой природы. Среди этого великолепного лесного массива расположено множество отелей, построенных по европейскому стандарту и предлагающих все удобства как для отдыха, так и для проведения конференций и семинаров. К северу от Варны расположены прославленные во всем мире курорты «Солнечный день» и «Ривьера», а также дворец «Эвсиноград», предлагающие идеальные условия для отдыха, спорта и водолечебного туризма. Город Варна распростерся вокруг Варнинского залива. От него до Софии 470 километров. Это крупнейший город-порт на болгарском побережье, известный и как морская столица страны. Расположен он амфитеатрально, следуя изгибам Варнинского залива. Одно из излюбленных мест всех гостей и прежде всего детишек в Варне – это дельфинарий, где дается по несколько представлений в день. Кафедральный собор Святой Богородицы считается эмблемой морской столицы. Уникальная достопримечательность в окрестностях Варны –
побитые камни. Оформились эти истуканы и возвышения в результате эрозии почти 50 миллионов лет назад. Многие из них имеют зооморфные и антропоморфные формы, и были они культовым местом, обладающим неведомой силой для многих племен, населявших этот район. В наши дни это интересный туристический объект и место для съемок многих фильмов на историческую и приключенческую тематику. Одно из наиболее живописных мест на болгарском побережье – это устье реки Камчия, что в 34 километрах южнее Варны. Эту местность, где растет более 40 видов красивых пород деревьев, много видов кустов, есть редкие виды водяных лилий, многие туристы называют райской и сказочной. Знакомство с заповедником Камчия и прогулка по реке на лодке оставляют воспоминания надолго. Город Несебр охватывает небольшой полуостров и часть суши. Находится он в 37 километрах к северу от Бургаса. Основные достопримечательности Несебра – это церкви. Одна из старейших – это базилика на морском берегу, построенная приблизительно в начале V века. Оформившийся как курорт еще в начале прошлого века, в наши дни Несебр – предпочитаемое место для многих туристов. В новом городе, что на суше, строится множество современных отелей и домов отдыха, а в старинной части реставрируются старые здания, имеющие высокое культурно-историческое значение. В Несебре есть и яхт-клуб, предлагающий прогулки на яхтах по всей прибрежной полосе. Солнечный берег – это курортный комплекс, расположенный в южной части Черноморского побережья Болгарии, в 6 километрах к северу от Несебра и в 42 километрах на северо-восток от Бургаса. Международную известность Солнечный берег снискал давно, потому не случайно здесь с мая по конец октября так много болгарских и иностранных туристов. В наши дни на Солнечном берегу есть множество заведений, предлагающих самые разнообразные развлекательные программы. Курорт предлагает корты для тенниса, бассейны, боулинг, площадки для мини-гольфа, конную базу с инструкторами верховой езды, позволяет практиковать множество водных видов спорта, водные катки и несколько крупных торговых центров. Очарование Солнечного берега состоит в чередовании одно- и двухэтажных построек с многоэтажными отелями. Часть их находится на прибрежной полосе, в непосредственной близи от морского берега. Это придает курорту живописный архитектурный облик. Фешенебельные отели отличаются своим оригинальным и приятным интерьером. Город Поморье занимает полуостров, уходящий на 5 километров в море. Это крупный курорт и важный центр бальнеологии.
Озеро с лечебной грязью здесь использовалось еще в III веке до нашей эры. Созопол может быть старейшее черноморское поселение, возникшее еще в VII веке до новой эры, названное позже греками Аполлонией. Превратности истории в течение многовековой истории города не сломили жизненность этого места. В наши дни в музеях хранятся свидетельства былого величия города. Деревянные домики и узкие улочки переносят нас в другой мир. Именно в старинной части города есть возможность переночевать в этих уникальных созополских домах. Традиционные рестораны разбросаны по всей пляжной полосе. Вид с террас на них неповторим. На черноморской карте Болгарии в ее южной части находится курортный поселок Дюны. Спокойствие предлагают небольшие прибрежные города, как Приморско, Лозенец и Китин. А самые южные черноморские города – это Царево и Ахтопол. Эти курортные места подходящие для туристов, предпочитающих естественную и неподдельную атмосферу этих мест. Синеморец расположен в центре уникального заповедника, который охватывает испещренную заливами прибрежную полосу моря и части гор Странжа. Более изысканным гостям Синеморец предлагает отели со множеством удобств и большим люксом, в которых все продумано для более приятного проведения вашего отдыха. Болгарское побережье Черного моря предлагает туристам самые разнообразные и привлекательные возможности для проведения здесь отдыха и каникул летом. Одно из самых заманчивых предложений – это, разумеется, посещение аквапарка и других центров с аттракционами во всех морских курортах. Удобство плавать, питаться и веселиться на одном и том же месте предпочитают многие болгарские и иностранные туристы. Многие заведения предлагают разнообразное меню, а в специализированных вы найдете блюда национальной кухни, рыбные продукты и диетическое питание, китайскую, средиземноморскую, арабскую и индийскую кухню. Наряду с этим можете участвовать в дегустации вин и типичных для региона фирменных блюд. Ночная жизнь курортов столь же активна, как и днем. Условия поразвлечься и получить удовольствие уготованы всем, от мала до велика. Это самые представительные ночные бары и кабаре и открытые дискотеки на пляже. Уверяем вас, что развлечений на побережье хоть отбавляй.
Болгарское побережье Черного моря предлагает туристам самые разнообразные и привлекательные возможности для проведения здесь отдыха и каникул летом. Сочетание современных курортов с благоприятными климатическими условиями является предпосылкой для незабываемого отдыха в Болгарии.